По поручению главы региона по каждому инвестдоговору местные власти обязаны были разработать дорожную карту, в которой поэтапно расписано, как и в какие сроки будет реализован проект. Однако такой план работы предоставили еще не по всем заключенным соглашениям. Василий Ильич, мне важно понимать, мы сегодня говорим о рейтинге регионов, да, вот районов нашим инвестиционным, то есть это все у нас работает. Что вызывает озабоченность у вас? Мне представлено по итогам вашего поручения в рамках форума 2016 года всего лишь 5 дорожных карт по инвестпроектам, заключенным на Сочинском форуме 2016 года. Одна дорожная карта будет представлена до конца недели, потому что там проходит корректировка. По одной дорожной карте, к сожалению, соглашение будет расторгаться, потому что финансирование инвестор не подтвердил. И две дорожных карты – это строительство обычных объектов «Краснодар-Водоканал» и ПАО «Кубанинерго». Они и так контролируются. На совещании обсудили подготовку к предстоящему форуму в Сочи. Вениамин Кондратьев обратил внимание глав муниципалитетов, что все инвестпредложения должны быть обеспечены техническими условиями, и их было возможно реализовать. Сейчас никто вас в шею не гонит с количеством проектов. Сегодня мы взяли приоритет на качество. Но если уже теперь качество у нас в приоритете, то давайте хотя бы те проекты, которые вы выносите, но вы их реализуете. Так же тоже не бывает. Я уже согласился с вами с тем, что не нужен вал и не нужна статистика, это все не нужно. Ну, что уже явно заключили, я надеюсь о том, что на самом деле это будут те проекты, которые нам дадут экономический результат. Мы уже отошли от формы, мы к содержанию подошли, поэтому прорабатывайте. Проект должен быть в ручном режиме. Любой проект. Инвестор должен знать ваш сотовый телефон. В этом году Сочинский инвест-саммит не только сменил название, но и даты проведения. Теперь это российский форум. И пройдет он уже ровно через месяц. А до 1 февраля по поручению губернатора края каждый муниципалитет в единую информационную систему должен представить не менее 10 инвест-предложений. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.